Господи, даже в пересказе от IG, господи, как тяжело вникать в сюжет дронов, это просто пиздец, вот реально вот. Посмотрели мы с вами седьмую серию дронов, мне она очень даже зашла, хоть я некоторые моменты, конечно, протупил, естественно, например, я все время там путал мать Узи Нори с матерью Дол Евой и так далее, ну это ладно, мелочи. Сейчас мы посмотрим «Дроны убиты», седьмая серия, все секреты теории отсылки, которые я мог наверняка пропустить. От IG Project. Посмотрим. 7 месяцев вышла седьмая серия дронов убийц. Я разобрал уже все серии. Вон плейлист найдете по всплывашке сверху. Ну и конечно. Перед просмотром седьмой серии я посмотрел вот эти вот. Вот эти вот две. Чуть голова не лопнула. И вон плейлист найдете по всплывашке сверху. Ну и конечно же, как не разобрать новенькую серию, ведь история закручивается все дальше и дальше. И много нового, естественно, мы узнали. Погнали разбираться. Серия начинается, где бы вы могли подумать. Все сложнее и сложнее. Показывают холм, на котором расположилась огромная церковь. Лабораторное пространство. Сдавалось, но уже арендовано. Кабин Февер, главный кафедральный собор. Вокруг него на привязи сидят стражники, и при этом на планете идет дождь. Да, странно видеть Копера 9. Под землей идет дождь. Ну, хотя в Undertale тоже такое было. Поэтому ладно. Таким, ведь там сейчас все во льду. Но дальше нам полностью докажут, что это именно эта планета. Ведь снова покажут взрыв ядра Копер-9, как в первой серии. Внутри собора главенствует доктор Ридли. Возле алтаря цепями связана мама Узи Нори, в которой засел Абсолют Сол. Доктор Чемберс, а если точнее интерн Митчелл, надел не свою форму, и именно на него положил свой взгляд Абсолют Сол. Его сдерживают при помощи магнитной пентаграммы и хотят... Я в этот момент до сих пор не понял, и даже сейчас не понял. Типа, он надел как это повлияло, что, типа... Благодарю вас. Давно я так не веселилась на подобных мероприятиях. К сожалению, мне пора. У меня есть незаконченные дела. Адью, мсье. Было бы любопытно посетить ваш торговый центр и поболтать позже. Адью, дорогая. Сейчас вы видели фрагмент озвучки одного из комиксов по Отель Хазбин на канале Савик Тим, где выходят озвучки и по другим фандомам, например, как Sonic, UCC, Undertale, Deltarune, Transcard. Ссылочка на него в описании и закрепленном комментарии, если вам интересно. Так же, как и на мой телеграм-канал, где выходят всякие разные новости канала, приколы жизни, тоже будет ссылочка в описании закрепленном комментарии, если вам также будет интересно. Опачить крестом USB флеш. К этому мы еще успеем вернуться в будущее. Причем помните Алису, которая сдерживала способности Узи при помощи магнит. Прикиньте, откуда она об этом узнала. Как раз-таки из этих экспериментов. А пока Митчелл отправляется за 048, мама и Дол Евы, мы видим, что все ящики, где сидят дроны, пронумерованы по их ID. Которую я путал все время с мамой Узи. Помните девочку 029, которую разорвали стражники в прошлой серии? Так вот, тут я есть не ее ящик. Ее зовут Амда. 019 ААТТ. 024 Трис и 006 Рид. Митчелл открывает Еву. Она играет в Тетрис. Причем уже очень далеко зашла. У нее огромный счет. А фигурка... Я потом это при повторном просмотре заметил. Это просто молниеносно. Причем весь интерфейс у нее на русском. Да, люди их связанных и хранят. В этих ящиках. Причем весь интерфейс у нее на русском. Прикольно. Фигурки двигаются просто молниеносно. Причем весь интерфейс у нее на русском. Даже вроде без ошибок. И хранили в этих ящиках. Так что эти дроны не были работниками компании, а лишь жертвами эксперимента. Митчелл приводит Еву в собор, но не дает ей... Как вообще это связано вообще? Почему мать Дол и сама Дол русские? Они типа... дроны из России или как-то... Я не понимаю, в чем связь России здесь, я понять не могу. Эти пытаются защитить ее. В соборе, естественно, от людей мало что осталось. Абсолют Солвер заманивает Митчелла голограммами людей. Он подбирает USB-флешку с патчем для дронов, но слишком поздно. В соборе образовалась огромная органическая воронка, а часть собора и вовсе отсутствует. Абсолют Солвер берет флешку и швыряет в Митчелла. Давайте для понимания на нынешние события пока отвлекаться не будем и закончим все то, что произошло в прошлом. Ева спасает Митчелла и все-таки втыкает флешку в лицо Нори. Мы видим, что патч частично убивает Абсолют Солвера в ней. Он пытается сопротивляться и сосредотачивать свою силу в руке Нори. Обрезав руку, она... Так же нужно сделать с Узи было, если бы Энн знали бы. Ну, вообще-то мать Узи знала, почему... Ладно, креста просто этого уничтожила. Она уже крест уничтожила, поэтому вот нельзя было сделать, да. Падает в воронку, и тут же происходит коллапс ядра Копер-9. Вот из-за чего все это произошло. Абсолют Солвер способен даже вызвать... И именно не за тупости людей.
А вот это из-за... вот. Из-за матери Узи, по сути. Взрыв ядра планеты. Когда Солвер бросает в Митчелла крест-флешку, она говорит «МакГаффин». Это такой предмет, вокруг которого строится сюжет фильма, и который жаждут заполучить практически все его персонажи. Например, Камни Бесконечности в киновселенной Марвел или Кольцо Всевластия из Властелина Колец. Понятно. Друзья, у меня есть огромная мечта набрать 400... Друзья, у меня тоже есть огромная мечта набрать 10 тысяч подписчиков. При этом мы к этой мечте очень хорошо движемся, и я думаю, что в ближайшую неделю... это получится, так что давайте, подписывайтесь. Давайте, давайте. Спасибо. Будете подписаться на канал, как вы мне да. очень поможете. Спасибо. Мне мы тоже видим, что поможете. Мама Узи Нори жива до сих пор. Правда, у нее нет тела, а лишь ее ядро. Зато она даже в таком состоянии ищет этот крест и даже пользуется своим. Не нашла себе тело. Судя из ее планов этих шахт, она уже облазила все углы и так и не нашла заветную флешку. Маман попивает маслице, слушает Найткор. Это такой музыкальный стиль из Норвегии. Это понятно. Но вообще, честно, не чувствую, что этот крест это какой-то МакГаффин. Нам показали всего лишь 2 раза, до этого, по-моему, его не показывали. Поэтому это вообще не чувствовалось, если честно. 2 года, представляющий из себя ремень. И особо акцент на него, не, как мне кажется, не поставили на этот крест. Как бы, не знаю. Микс-версию музыкальной композиции, да, которой темп и тональность увеличены примерно на 35%. Да и вообще гоняет в наушниках с ушками, и судя по плакатам и рисункам, анимешница, знатор, короче. Анимешками увлекается. Да. Короче, яблоня от яблони недалеко падает. В этот момент падает лифт Сузи, Энн и Тесс, прямиком в шахты. И тут же все разделяются. Мина преследует голограмма Ви, причем в том же костюме горничной, в котором она работала в особняке Эллиота. Узи тем временем в шахтах натыкается на информационную панель. Веселое время для большого взрыва 87. Что? Церковь была здесь. А Смайлик с лайком утверждает, что сингулярность активно поглощает все, что вам дорого. Справа расположился чертеж собора Кабин Февер и шахт. Видно, что Нори и здесь пометки оставлял. Ниже прикреплена еще бумажка. Мы видим Нори, как она, поглощенная Абсолют Солвером, стоит в лаборатории Кабин Февер. Этот кадр мы уже видели в рассказе Тесс. Из-за отсутствия прогресса в подразделениях, исключая 048, это Ева, Мамадол. Получается, у Евы был прогресс, и она излечилась. Команде 06, Ридли, девушка, которую мы видели в начале, поручена попытаться восстановить 002. Нори через USB предохранитель. Хранитель 606Б. Ожидаемая дата завершения 27 сентября в 23:59. Не умирайте все вместе и не выпускайте это снова. Лол, мы очень безумны, но больше всего боимся этого. USB предохранитель 606. Вот о чем нам рассказывали в 5-й серии. В начале эпизода нам показывают кассету, в которой говорилось, как нужно правильно утилизировать дронов рабочих. И что будет, если сделать все неправильно. Маркируем дрона желтой повязкой. Привет, VJN. После этого нужно в дронов загрузить специальную программу 606, чтобы его отключить. Вот что находится в той самой флешки-кресте. Именно эта программа. Далее нужно вынуть ядро и переработать его в машине для демонтажа. Тесса притащила в свой дом N, J и V, которых, как видите, неправильно утилизировали. Маркировку нанесли, а вот программу, скорее всего, даже и не загрузили. А уж про ядро вообще молчу. Если отключил ядро неправильно, не уничтожил и не загрузил программу, то появится ошибка 9К, зомби-дрон. Ядро может еще и отказать. Либо будет никаких изменений, либо блокировка терминала, либо с самым маленьким шансом произойдет потенциально опасный мутант. У меня опять начинается опять мозги, господи, почему так сложно? Я потерял нить повествования сейчас только что, господи. Что сейчас мы, господи, блять, дроны, господи. Может, я тупой? Нет, я тупой определенно. Ну правда, это тяжеловато для осознания. В чем вообще суть? Зачем это вообще делают вот это вот? Чтобы обновить дронов, демонтажников, продезинфицировать. Да, господи, я уже забыл. NG и V неправильно демонтировали, никаких изменений в них не произошло. А зачем демонтировать? А, ну они просто, подожди, они изначально были обычными дронами, которые работали официантами, а демонтировали их ради того, чтобы они начали выполнять работу демонтажников, то есть убивать дронов рабочих. На Купер 9. Вот. Да я правильно понял? Произошло. Что не скажешь про Син. Син нашли среди помойки. Возможно, она была обычным дроном, но затем ее разум поглотил Абсолют Сол. Люди обошлись с ней плохо, утилизировали и выбросили как мусор. Почему она теперь не может утилизировать людей? Что она, собственно, и делает. Поэтому она переделала человеческие машины для демонтажа дронов и создала дронов-демонтажников, чтобы уничтожать людей. В этот момент Энна терроризирует призраки прошлого. И Ви, и Син. Даже показывают, как он вместе с другими дронами-демонтажниками уничтожал людей на Земле. Естественно... Господи, даже в пересказе от IG, господи, как тяжело вникать в сюжет дронов, это просто пиздец, вот реально, вот. Я говорю, что сам по себе сериал прикольный в плане стиля, в плане анимации, в плане... прикольный. Ну, в плане повествования... Ладно, в плане повествования еще более-менее, но именно сюжет в целом, господи.
Это просто тихий ужас, реально. Как тяжело. На все под влиянием Абсолют Солвер. После этих воспоминаний можно заметить 25-й кадр, где изображен вот такой песик, и написано, что все собаки были отправлены на планету собак. И они от духа. Они же подписаны. Ой, эта тихо, собака, господи. Правда, появилась в эпизоде. Сюрприз. В трейлере 7-й серии был вставлен прикольно. Тоже 25-й кадр с собакой, где было написано, эта собака не появится в эпизоде. Любуйся, пока можешь. Все-таки гличи решили добавить этого дога в серию. Собачек, получается, не только эвакуировали, но и даже отправили на планету собак. Сильно. Кстати, Узи, когда подключилась своя админка, поставила ему блок на взлом. Доступ запрещен. Связаться с администратором Dark Wolf 17. Это ее ник. Чтобы чертов Солвер не мог к нему подключиться. Особенно после событий в 5-й серии. Пусть в этот момент находит собор и смотрит запись с камер, что происходило в ту злополучную ночь. Нас встречают Нори, и они вдвоем скрываются от Солвера. При этом она нашла флешку с программой. Тесса в этот момент отыскала все ящики дронов, в которых они были заперты для эксперимента. 0.32. Зачем она это делала? Я так не понял, чтобы Долн себе навлечь, чтобы ее убить потом. Чтобы взять ее ядро. Два Мика там и померла. Видно, что у нее появились органические крылья, и она утыкана магнитами. 0.12 Джейм тоже мертв. Ну и Нори там нет. Тесса подходит к компу. Версия программы. Авторское право Джейси Дженсен in Space. Ну и информация про жесткий диск на 120 гигабайт. Биоинформатическая задача. Нужно подтвердить, что ты не робот, приложив свой палец. С чем Тесса благополучно справляется. Все норм. Сообщение. Ух, наконец-то мы можем поговорить об этих чертовых роботах. Чувак, боже, они же знают, что их никто не любит, верно? Было бы забавно, если бы я так не боялся, лол. Здесь ноль живых пользователей. Людей больше нет. Высвечивается целая база данных на всех роботов, участвовавших в экспериментах. Внизу списка находятся те, кого мы еще не видели. Причем и статус тоже подписан, типа нет эффекта или поврежден. Так никто и не смог стать носителем Солвера. А вот выше 0.17 Алиса почему-то стала Джиамом. Да, она мертва, но все же. Ева пропатчена. 2.1.8. А вот Нори еще в процессе. Хотя она тоже была пропатчена. Но естественно база данных устарела, и ее никто не обновлял уже очень давно. Причем помните, как Алиса называла таких дронов со способностями ведьмы. Получается, на данный момент их три. Фиолетовые силы. Алая ведьма, я же говорю. Узи и Нори. Если Нори пропатчили, значит ее силы это исправленная версия Абсолюта. Ну, Дол больше всего походил на алую ведьму из-за красноты, а тут уже фиолетовые какие-то желтые силы, это другой немножко. Солвер. У них даже способности одинаковые. Только у Солвера еще нули есть. У мамы Дол, ну, Евы, да. И у Дол тоже одинакового цвета сил. Они красные и тоже ничем не отличаются от сил. А что тогда смысл, я не совсем понимаю. В нулях? В нулах? Ну, столько способностью быстро перемещаться в пространстве. Причем Ева тоже пропатчена. Даже версия есть 2.1.8. Значит, с ее силами все хорошо. Так что я думаю, что если патчить Абсолют Солвера в носителя, можно получить свои собственные и похожие способности. Только без мании уничтожать все на своем пути и оставаться в здравом сознании. Далее Тесса запустит очистку систем. Этот процесс невозможно отменить. Оставшееся время 3 секунды и происходит взрыв. По сути, она сделала то, я что не хотела понимаю. В прошлой серии. Найти список дронов и его уничтожить. Она встречает Дол, которая говорит, где зачем? Патч человек. Патч на USB. То есть она тоже ищет этот крест. Ну и Тесса показывает почему? Свое истинное лицо впервые. Это Син, которая натянула кожу Тессы на себя. Вот почему она не умирает, когда Энн ей отрубает голову. Ну да, на это и даже тогда уже в моменте с Дол сделали намек на то, что, ну типа, все, это Тесс, что-то не так. Но я этого не выкупил, естественно. Я до последнего момента думал, что Тесса на самом деле, ну она... Хотела убить Узи, но она, типа, ну, не злодей. Она не Син. Хотя тут уже, тут можно было понять, что тут, ну, то есть, ну, это все, это не Тесса. Ну, просто я, конечно же, не вдуплил. Тесса говорила, что охранную систему создали люди, и только люди могут ей управлять. Но принтер печатает бумажку, доступ запрещен. Еще тогда можно было понять, что Тесса не совсем человек. Причем помните, как Дол не могла свои силы применить на Узи на выпускном балу? У нее была ошибка. Абсолют Солвер не интерактивный объект. Так вот, тут все повторяется. Опять она ничего не может сделать против Син, ведь Солвер сейчас находится в ней. Вообще удивительно, как он постоянно по всем перемещается. Ну, не зря же он все-таки считается вирусом. Нори далее расскажет всю историю Энн, что она завела ребенка и даже показала. Показала небольшую страничку из своего дневника. Нори, 002. После коллапса, день 47. Думаю, сущность предыдущих страниц удалила файлы из моей памяти. Оно отправило что-то для устранения других хостов. Питомцев. Сбитые с толку питомцы обеспечивают контроль. Оно тут явно говорит про Абсолют Солвера, что эта сущность удалила файлы из ее памяти и про попытки Солвера отправлять дронов-демонтажников для убийства оставшихся хостов. Тех дронов, экспериментов из лаборатории. В собор приходит почти мертвая Дол. Падает, а на ее визоре написано «Diet Pod». Ее грудная клетка разорвана.
сформирована. Ядра совсем не видно. Вот посмотрите, ядро Джей вылазило оттуда же. Идет большой сегмент, где приходит Син. Узи тоже не может применить на ней свои силы. Та же ошибка, как у Дол. Она отрубает ей голову, дерется с Узи, который полностью поглотил Солвер. А, ну да, флешку 606 ломают. Додумался ведь Энн отдать ее Узи под Солвером. Энн признается, что встречается с Узи, чтобы спасти Нори. Узи очухивается и выкидывает Маман в эту жуткую пропасть. Ну и апогей всего мы видим Син во всей красе. Она утягивает почти мертвую Дол и все же сжирает ее ядро. Без ядра оболочка уже точно мертва. Так что попрощаемся с Дол. Мы видим ее номер 1-0. Мне понравился что момент, знаете, какой? То, что в 7-й серии Дол официально, получается, умерла. Все, сожрали ее ядро, все, Дол мрип. Но именно после этой серии начали продавать мерч с ней, фигурку с ней. Именно после серии, где ее убивают. Это так гениально, это знаете, с чем бы сравнить? Если бы после финала первого сезона Other Husband, после смерти Серпентиуса, и в итоге, если бы еще Серпентиус бы не попал бы в рай, а просто полностью бы умер, начали бы продавать бы с ним мерч сразу после первого сезона. Ой... Не, ну просто забавный момент. Мне просто угорел немножко с этого, помню. 0-1. И тут меня осенило. Помните, я рассказывал вам про кощену, как правильно демонтировать дронов рабочих? Перечень причин отказа ядра при отключении. Искусственный интеллект, ядро рабочего дрона 1001. Это была не маркировка всех ядер, это была Син. Если ядро отказывает при отключении, происходит опасная мутация. Что еще раз подтверждает, что первым носителем Абсолют Солвера была Син. В моем телеграм-канале новости по дронам убийцам и цифровому цирку выходят прям молниеносно. Еще все можно обсудить в ламповом чате. Обязательно подписывайтесь. Я понял. На мой телеграм тоже подписывайтесь, если что, кстати, да. Пропускай. Ссылочка самая первая в описании. Оно упрыгивает. У меня тоже ссылочка в описании и скрыла комментарий. В эту дыру, а на поверхности бродят Тед. Я вахуй. Люди недавно спрашивали у Лиама, где Тед. Он пропал после 4-й серии. Тед был занят школой и спортом на протяжении всего этого времени. И вот он... Да и где, что ему можно было делать в 5-6 серии? Там место ему не находилось абсолютно. Что он там бы делал бы? Я тоже про них забыл. Господи, зачем эти персонажи нужны, я не совсем понимаю немножко. Снова тот. На разборку с Джей Тед пришел с той же трубой, с которой он пытался... Надеюсь, они в последней серии 8 что-то сделают. Иначе зачем они вообще нужны сюжет? Воевать в первой серии с Джей и Ви. А Лиззи вооружилась релисотроном, в точности сделанным по лекалам релисотрона Узи. Что уж уже высветилось на визоре надпись «Предыдущая опасность», отсылая на ее убийство в первой серии от этого же релисотрона. У Узи релисотрон бабахнул во второй серии, так что батя Узи явно новый собрал. Ведь это он дает чертеж релисотрона Теду, когда встречает ребят на поверхности. Чертовски ебейший рейлган Узи, который не сосет. Вы пососете 30 минут во время перезарядки. Все будет норм. Я думаю, это печень робота. Или типа того, лол, мегаубийство. Лол, другие вещи, которые эта штука может делать. План Б. Обычная пушка, просто стрелять очень быстро. Джей подгоняет корабль, но Хантер ранит ее автобусом и нароняет ключ вниз. Узи спасает Энн от... Я удивлен, что пока что вот это Ви не прилетел. Ну, я думаю, возможно, мне кажется, на 8-й серии появится. Мне так кажется. Какой-то такой момент. Решающий. Падение и сейвит ему ключ, намекая бежать. А ее саму утягивают тентакли в эту расщелину. Она долго летит по длиннющему коридору и попадает в открытый космос и смотрит прямиком на Коппер-Дип. А точнее на воронку от взрыва ядра планет. Это можно понять по планетам сверху. Они один в один похожи на те планеты из взрыва Коппер-Дип. До сих пор непонятно, как работает эта воронка. И думаю, что по методу кротовой норы. Это переход... Я больше скажу, здесь до сих пор много чего непонятно, лично мне, по крайней мере. Вот сквозь ткань пространства-времени, соединяющие две удаленные точки космоса. Ну, либо такой своеобразный телепорт в космос, который пока что непонятно для чего создал Сол. Ну и давайте подытожим. Однажды Тесса с помойки принесла 4 дрона, которые должны были утилизировать. Но сделали это неправильно. У троих Ви, Джей и Энн все было хорошо. Никаких сбоев и мутаций, но одна была немного странной. Ее звали Син 1001. Еще когда она валялась среди утилизированных дронов, в ее ядре произошла мутация, что и вызвало Абсолют Сол. Я считаю, что она не возникла просто так. Син видела, как люди обращаются с дронами. Что они сделали с ней? Выкинули на мусор, ведь им было плевать на нее. Скорее всего, на этом и сыграл Сол, ведь именно она его впустила, судя по тексту на ее визоре. Свою вторую маму она любила, все-таки Тесса помогла ей. Принесла ей, приодела, но было слишком убила поздно. При этом. Она взяла под контроль Энджи и Ви. Помните администратора Син? Уничтожив всех людей на Земле, она полетела на Альфу Центав. Уничтожив там все, взяла курс на бинарную систему, и затем она попала в систему Коппер, где ее поймали люди и начали изучать. Носители менялись, но две были идеальными кандидатами. Нори и Ева. Их удалось пропачить. Они обрели силы и способности. Но вот... А для чего она носители меняла, не совсем понятно. Потому что, типа... Они были лучше, сильнее или...
разряжалось изначально ее тело, непонятно немножко. Солвер остался жить и пытался попасть в лабораторию Копенфелла, лишь бы уничтожить 606 патч, чтобы никто больше не мог его уничтожить. Что у него, собственно, и получилось. А что насчет Тессы? Ведь на этом кадре мы явно видим ее живой. И думаю, что каким бы безумным ни был Солвер, он сохранил ей жизнь. Тесса умерла своей смертью, и только после этого он натянул ее кожу на себя. Ведь больше не было возможности попасть в лабораторию на Копер-9. Слишком была сильная защита от дронов. Но и не стоит упускать то, что, возможно, он насильственно убил ее. Пока что мы не знаем точно, что там произошло. Теперь я еще больше жду финал дрона, который, кстати, выйдет через 2 месяца, где-то к лету. А как вам серия? Как вы... А, да, к лету. Ладно. А то я слышал, писали, да, что вообще в следующем году выйдет. Летом, хорошо, ждем летом. Ну, видимо, после второй серии, ой, да, после второй серии цирка тогда ждем, да, последнюю серию дронов. Хорошо? Хорошо. Что я могу сказать? Ничего не понятно, но очень интересно. Не, ну, нет, что-то понятно стало. Что-то более-менее понятно. Но просто сам в целом сюжет в дронах, он очень прописан так очень тяжело. Даже не знаю, как это объяснить. Возможно, вам все понятно, все легко для понимания. Особенно для фанатов дронов, они все сразу понимают, им все понятно и так далее. Мне с моими особенно мозгами, скажем так, тяжеловато это все воспринимать. Особенно оптом весь сюжет дронов, это прям... Господи, прописано очень, не знаю, вот тяжело, вот я не могу еще по-другому сказать, просто тяжело прописано очень, для понимания. Как-то так. Надеюсь, что после 8-й серии как можно меньше вопросов, на них наверняка вопросы останутся. До сих пор не совсем я понимаю, будет ли первый сезон последним, будет ли второй, до сих пор не... То говорят, что все, дрон-убийца будет из одного сезона состоять. То говорят, что типа это именно первый сезон финал, возможно, что еще будет потом. Я, честно, до сих пор не врубился немножко, ну да ладно. Надеюсь, по крайней мере, что хоть и вопросы все равно наверняка останутся после финала, но их останется как можно меньше. Я на это надеюсь. А пока что, ладно, ребята, ставьте лайки, дизлайки, какие-то реакции, подписывайтесь на мой канал. Ссылка на оригинал, на это видео, на Savic Team, на мой телеграм канал в описании под этой реакцией, закрепленном комментарии. И всем же здоровья, конечно же, мира. Всем пока-пока.